Дежурному. И здесь... Дежурному. В смысле, ты сзади была, что он говорил? Это дымок изо рта. Туда-сюда. И здесь я вижу такую картину, это звездец. Я вам клянусь, я вам расскажу, как оно есть. Идет к Крендельне. Винтарь. Стоит двухстволка у него, и он идет по дамбе, Инна, смотри на меня, он идет вот так вот, посмотрите, внимательно. Не-не-не, вот такая херня, ты не понял, мне вначале похер, я в камышах с бумагой. Идет этот долбоеб, я извиняюсь, этот долбатрон идет, вот такая херня. Я и тут, мне как-то похеру, знаешь, думаю, как бы выпили, как-то. Ну, да. И здесь меня осеняет. Господь мне дает такой знак. Говорит, брат, если только ты немножко крякнешь, с любого места, с любого, блядь, вот тебя этот долбоёб этой дробью, блядь, все. Бумага в одну сторону, ты в другую, а вот то, что оттуда прячется. Я тебе ответь, я вам клянусь. Я когда это понял, а он вот так вот идет по этой дамбе, я понимаю, что он новичок. Он какой-то дебил, блядь, который только купил это оружие и хочет, сука, кого-то пристрелить. И я сижу в этих камышах. Я, короче, взял эту бумагу, какое-то священное писание, знаешь. И знаешь, так зажался. Я поджал свое мускульное кольцо, извини меня, пожалуйста, как никогда в жизни не сжимал. Я сидел так, блядь, я не издал ни звука, я вам клянусь. И вот эта вот херня прошла мимо меня. Я в туалет не ходил 3 дня. Я не хотел. Я после этого вышел, я перекрестился. Думаю, Господи, слава Богу. Я пошел туда, я никому ничего не рассказывал. Я был счастлив. Ты понимаешь? Я был счастливый, я родился 2 раз. Вот это была у меня такая охота, чтобы вы понимали. Если у кого-то есть случай поинтереснее, я готов выслушать. Я даю... Мускульное кольцо было сжато так, Наташ. Папа, ну за охоту, да? А, и про рыбалку. Рыбалка. Вот мне некоторые говорят, слушайте, зачем ты ее снимаешь? В смысле? Это ты стоит. Рыбалка. Вот некоторые говорят, да я споймал такую рыбу, я споймал такую рыбу, я споймал такую. Все это херня.